решил сделать пресс для прессования брикетов для отопления. Печки-то зимой. Вот, берем, нашел я трубу. Это пятерочка, это наружная будет. 4 выреза по 30 сантиметров. Внутренняя 35. Вот. Это мой прецилиндрический образ. Выступ. Потом я вам покажу зачем. 4 штуки вот выреза вот таких. 1,5 дюйма внутренность. Чтобы она плотненько вот заходит хорошо. Все. Для того это будет сам пресс. Вырезала, теперь нам надо их вместе вот так всех сварить. Ровненько поглаживаем снизу ровно, это на ровном месте. И оттуда ровно и снизу. И прихватываем их. Потом я вам все расскажу. Итак, мужики, вот заварили мы эти трубы. Все. Очки сделали, обварили аккуратненько. Это будет вот так вот. Теперь надо заготовочка. Вот заготовочка на 12. Нам надо ее вот так вырезать трубу аккуратненько и опустить ее до самого и обварить. Ну, будет сама основа. Надо подниматься, опускается. Сверху будет один цилиндр или два, посмотрим. Пробуем сразу одним. Потом будет видно. Все. Так, продолжаем чудить дальше. Вот я приварил планку. Мужики, кто будет делать вот такую вещь, обратите внимание, чтобы планка была точно посередине, чтобы трубы были ровно. Вот они немножко даже играют, она легенько отходит. Это успокоители я сделал, размер 40 вышел у меня, 48,5 всего. Так, изменения произошли. Я хотел, чтобы оно сверху давило. Ну, и сбоку заправляло. Заправка была. Оно как бы совсем сделано. Это надо не видеть ничего. Вот я придумал наоборот. Чтобы вверх оно все. Сверху оно заправляло. И вверх оно давило. Цилиндра уже есть, 75-ка. Само, уже начал делать. Вот был у меня железный стол, я его порезал, приварил вот такую планку крепкую. Это сейчас приварю, сюда наденется цилиндр и будет вверх давить на вот эту планку. Получается, заправка будет сверху контейнеров. Все, продолжаем делать. Позже я покажу все, что у нас получится. Так, друзья, вот он, мой шедевр. Закончил я его. Вот такой вот получился аппарат. Все приварил на месте, установил все. Покоители сделал, чтобы она наперекос никуда цилиндру. Ну, а дальше он пойдет на покраску. Дальше уже все вы видели. Открываем, заправляем, открываем и все. Подсоединяется до трактора, а можно отдельно электромотор из ЗНШ делать электрический.
в общем, металла пошло немало. Ну ничего, он этого стоит. Вот такая вот вещь получилась. Затраты у нас пошли, только гидроцилиндр новый купили. А то остальное все я пособирал дома, весь металл. Принципы поняли, да? Принцип работы. Вот это в цилиндры ходит. Не запустил, заправил, закрыл, выдавил. Открыл, выдавил, все. Ну, дальше вы уже все видели. Пишите, будем общаться.